Так вот сложилось, что к Богу я иду недавно, вот, и к этому времени очень много совершила грехов, и сейчас это все открывается, и даже страшно становится. И на данный момент я мать-одиночка, у меня растет сын. Как вот мне быть, чтобы, как сказать, спасти не только себя и душу своего ребенка? Он же не виноват в том, что он родился, ну, у девушки получается. А что вас тут волнует? Ну, как вот, чтобы он, во-первых, любил Бога, чтобы у него Бог был на первом месте, уважал людей, потому что вот смотришь на современную молодежь, вот особенно детей, школьников, даже страшно становится. Да. Надо осознать последствия греха и никогда не искать никакого извинения этому. Вы там одни или кто-то у вас есть, кто с вами заодно? Есть, которая девушка, вот она на меня как раз, скажем так, вот помогает, поддерживает. Если вот мне, ну, слаба я еще, можно сказать так, бывает иногда. Пошатнусь, и она меня поддерживает словом, наставлениями. А вы на исповеди были у священника? Нет, давно была. Это собираюсь, готовлюсь. Ну вот когда что священник скажет, тогда еще раз зайдите и поговорим. Потому что вас может смутить то, что я скажу. И священник будет недоволен. Вы к нему подойдите. Подготовьтесь, попаститесь, поплачьте. Никогда, когда говорите, не подсмеивайтесь. Это опасно и показывает легкомыслие. Еще можно вопрос? Вот я была замужем, у меня муж был католиком. Вот, скажем так. У нас с ним ребенок умер. 2,5 года назад. И сейчас, получается, я вот родила без мужа, как говорят сейчас, для себя. И имею ли я возможность создания семьи или нет? Потому что вот один священник, он вот у моего сына крестный, он все мне хочет замуж выдать. Тут никто вам помощи никакой никто не окажет. Если для себя, значит, Бог ни при чем. Бог ни при чем. А воспитывать будет другой дух. Я слышал это, который для себя. А Бог как раз это себя отвергает. Изначально такие мысли были, как для себя. Я сейчас я понимаю, что это неправильно было, что это эгоистично и, ну, совершенно неправильно. И вы как-то так говорите об этом так легко. Даже говорить страшно. А это уже в деле. Поправить ничего нельзя здесь, потому что уже в прошлом все. А грех растет. Вы должны теперь только усилиться в Боге, пост и молитва. Никаких встреч. А у вас еще есть, и сейчас не против замуж выйти. Что там вы нашли хорошего-то? Это все такое мизерное, даже говорить о нем. Пока объявите пост и сходите к священнику, а потом уже видно будет. Хорошо, спасибо, Христос. Никаких таких советов сдалека я не могу дать. Как совет? Были бы рядом, как-то наблюдал, помогал, сказал. Вы просто понимаете, уже заложили мину замедленного действия. Ребенок так... Говорится, без отца рожденный, это мститель растет. И он будет свидетелем по разврату родителей. Библия так говорит. Незаконно рожденные дети – свидетели разврата родителей. Ты скажешь, я не была, а дитё-то ещё. И поэтому
он уже никогда не сможет быть тем, кем мог бы быть. Это все надо осознать сегодня. Почему они такие дети? Да потому что разводов 84,5% в первые 4 года после бракосочетания. Страна разваленная. 120 миллионов абортов за время перестройки. Государство захлебывается кровью в женской вагине. Что? Да ничего. Уничтожение вирусы. Они как раз вовремя подошли. Чтобы нас, как грязь, Бог смел с лица земли. Как Давид говорит, нет праведного, нет ни одного. Все совратились, до одного негодны. Это наша ситуация. Только плачь, молись и не долби ребенка. Ты этим еще уже не возьмешь. Сама посмотри, в какое время лучше с ним молиться. А не так, что иди в другую комнату, помолись. Вам Бог откроет это, если вы будете искренне молиться. Советы других людей, они не помогут вам. Вы сами должны осознать это и теперь в слезах ребенка, как по реке, довести до нужной пристани. Все. Поняла. Спасибо большое. Слава Христу. Игнатий Тихонович, можно вопрос? Давай. Игнатий Тихонович, здесь на днях женщина спрашивала вас о трехтомнике Святой Библии. Вы сказали, что есть несколько экземпляров старого издания. А нам нельзя тоже хотели бы выписать у вас. Какого года издание и где оно у вас напечатано? Нет, вы сказали, что у вас есть предыдущего несколько экземпляров предыдущих изданий. Вы говорите, что нужно есть трехтомник, только нужно его полностью выписать. А Елена Гладыш подсказывала, что там есть у вас еще издание с предыдущих изданий, что ли, как-то, или я не поняла. Старое издание, Игнатий Тихонович, Нового Завета, трехтомника. Есть же у вас, да? Что нужно-то, я не пойму никак. Блаженный Филат. Ну, трехтомник. Ну. Трехтомник старый, старый. Есть же у вас наличие? А, вон о чем старый. Ну, я не знаю. Это все если надо. Возможно. Это все надо смотреть. Пока в интернетной версии смотрите. Книги-то там есть. За наши, на наш сайт. На наш сайт заходите. И на сайте. Можно, оттуда можно скопировать? Конечно. Конечно, да? Конечно, все можно скопировать. Я был в Украине, так они с моих книг все отксерокопировали, книга целая, ну, на большом листе, А4 книги, это бумага. Хорошо, спаси Христос. У меня не было, когда я от руки все переписывал, ручкой. Если возможно, мы так даже попытаемся сделать. Да, и по этим рукописям спасибо. Потом напечатал, а потом уже по печатам, оно, ну, не подряд, а как конспектировка. Уже в университетах преподавал, а уже потом Бог надоумил самому издать, как издатель, полный, да еще и с комментариями, да с картинками. Это все не сразу приходит. Вы пока довольствуйтесь тем, что есть. Спасибо, Христос, Игнатий Хачкин. Да. Все, никого нет, отхожу.